давайте так. У меня зараз рак. Я дьявол лякуюся, у меня была одна операция, другая операция, зараз, послезавтра будет. И чомусь сталося так, что Netflix, на який у меня оформлена подписка, зараз постоянно мне подсовывая разные киношки и сериальчики про докторов и невылечно хворых. Я не ведаю чому, откуда он ведает мою подноготную, але справа у тим, что, звичайно, гэты усе сериалы и фильмики замученная на тым, что вот есть некая там мара у этого потенциально невылечного хворого, и он ее справджавая. Вот напроканце фильма обовязково справджавая. Кто едет в Париж, кто подвезти еще, кто узяновывается с семьей. И зараз вот будет песня как раз такая, якую б я хотела справдить. Песня «Мара», она называется «Дом». И я думаю, что эта мара зараз властива не только для меня, но и для всех нас. Вельми до дома хочется. Там за рекой, вдали от жени, есть этот дом. И у снегу стынут следы сотни годов. И я иду туда, до шерых далеких мар, нехай бронит снег ланцуг моих следов. Я найду его. Ветер и снег, стюжи и дым, шляху земный звон. Там за рекой зимовые сны бачить мой дом. И одобьется в шибах окнам жар моих огнем, и каждый кром побачить праздник дым. Обрынешься в снег, вспомнишь, что там, вдали чини, твой человек.